Наверное, здесь небольшой сбор мирных жителей с Краматорска, с нашими военными, которые охраняют. Вышли старшие офицеры, и они разговаривают по поводу происходящих событий. Значит, люди представляются, местные жители, это бабушки с георгиевскими ленточками, и люди, которые представляют местную самооборону, их риторика заключается в том, что проклятые украинские военные приехали сюда гнобить Краматорск и Донбасс, аэродром никто не штурмовал, значит, здесь террористов нет, а горсовет захватывают, ну, потому что мы не любим киевскую власть, и вот нам надо бы, чтобы вот, избрать своих депутатов и так далее, и так далее. Славянск — это вообще бедный город, там нет никаких зеленых человечков. Все наши военные утверждают, что зеленые человечки есть, они задержаны, они сейчас дают показания. Эти показания будут позже обнародованы. Народ настроен агрессивно, они не хотят, они четко идут по туннелю московской пропаганды, не хотят разговаривать, от интервью отказались. Наших военных мы не снимаем, потому что они попросили их не снимать, вы выйдете только общую панораму.